Но если он за это время еще кого-то парашит один к одному, один к двум, тогда... Так, а в смысле, там же нужно всех выгнать по условию. Там время есть. Или здесь, ну, нет времени? Минут удержать здесь, зону. Один вот, человек в зоне, ну, вот удерживает ее. Ну слушай, мы же хотим... Нет, это чтобы... Ну понятно, чтобы раньше. А человек может хочет поиграть, может у него раш. Может он всех выбьет. Да. Может он практически как краб. Да. Ой, вот сейчас спалился. Кого-то убил. Он даже убил кого-то. Квест сюда. Да. Ага, он АФК-шил там. Да он там он вылетел. Стоял, да и все. Ну, вылетел просто. Это не считается. Но если ему он бежит правильно, правильно идет. А сейчас бетер его. А, нет, да Паша его просто направляет. Вот, ага. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Минус 2, да, или сколько там? Минус 1. Ну вот у него 2 человека осталось. Сейчас посмотрим. А вы хотели, тут экшон такой. Вот именно. Он слышит, слышит. Должен слышать. Причем с его FPS-ом он еще тащит. Ну он поди подрубился, когда вылетел. Так у него в FPS-е все дело. У него картинка статична. Он выцелил. У него просто... Да он просто так. Переживает. Но сейчас его вот... Какой риски, какой риски, какой риски. Это ВХ. ФСБ боится. Он просто не понимает, где он. Не, он слышал. Повсюду выстрелы, взрывы. Во-во-во, сейчас может случиться печаль, беда. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Охренеть, он жгучий. Хуман, да. Ну очко у него сейчас играет. Это да. В одном доме с ФСБ подожди. Ну-ка. Нет, в другом, они с соседних. А? Да они вообще сейчас это зажали его, можно сказать, он ФСБ его спасет. Сейчас если в окно увидит. Бедный спитер. И не увидит, наверное. А он с другой стороны. Но. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, сейчас спитер прилетит. Ну-ка, сейчас. А нет, смотри, ФСБ срулил вовремя. А, там, в принципе, не очень открыто. Что-то Хуман, по-моему, совсем печалится. Он думает, что... Хумана всё нету. Печалился. Один в один. А ну-ка, он знает, где. Раш. Ого-го-го. Это становится интересно. Сейчас спитер еще вытащит. Да, стопудово. У него FPS меньше, синхронизации меньше. О, что, один он на один? Урона... Больше втопить больше, при да? этом, но и выжечь. Когда он успел? Ну вот. ФСБ там. Потихонечку. Они переговариваются? Походу, да. Видимо. Я с Питером орал там привет, но он мне ничего не отвечал, паразит. Не-не, с Питером походу это не переговаривается. Делаем стопки. Я и рацию вашу подбирал. ФСБ вообще косячный какой-то. Я в ФСБ не лезь туда. А там же по лесенке можно подняться. Не спуститься здесь. Там, знаешь, звук такой тук-тук-тук вот такие. Да-да. Ну тут уже ФСБ надо идти в атаку. Спитер можешь написать, чтобы он не ходил в атаку. Не надо, напиши. Спитер в атаку. В одном месте стоит. Это как этого бешеного пса спускать. Сидел всю игру. На тебе. Yeah. Спитер в атаку пошел валить. Сколько он уже завалил? Ярость накапливал. Железку срубил. Ага, ага. Ну и мой сток надоест. На стульчик, сесть на стульчик и сидеть. Да. А ФСБ что-то думает, что он снизу, что ли, или чё? Он ниже немножко. Он в панике. Сейчас ФСБ получит, да, он в панике. Пока вы никто не отвечает. Сейчас такой просто коллаж горло и всё.
Да. Чё-чё-то поджал, походу. Нафиг. Я ухожу с этой... По стенке. Не оценивает его возможность. Человек, но паук. Не, ну он знает, что на втором нет. Сейчас посмотрит на первом. Сейчас напишу ему третий этаж. На седьмом этаже? Это как шестой на этаж выше? Нет. Я хочу закончить это быстрее. Нет, это уже, ну, все к развязке шло. Сейчас будут просто тупо смотреть на друг друга, если даже не смотреть. А сейчас оружие сложит. Ну и чё он смотрит тут? Он думает, что он выплюнет. Спустится, думает, что... Да ему это невыгодно. Не, ну если подумать логически, у него еще есть время, он может взять и бежать на Ми-24, сесть за стрелку. А у него 70-762, что ли? Да, класс. Пробивает. Паника. Гавайи, да? Угу. Надо по углам было, но... А чё, сейчас если над собой стрельнет, то... Не над собой, а вот на... Ну он же не знает, где он. Ну его. Да, он да. Слышит по дыханию. Томному. А у Спитера что там, у него обычный кого? Серьёзно? У него эмочки. А, ну это бесполезно. Зэ, напиши ему, пусть он подойдет. Да хватит писать. На ФСБ смотрите, ФСБ активно что-то там толкает. Рот двигается. Да он потихонечку. Спитер прям плывет. Лунная походка. Да-да-да. Даже на кровь не передвигается. Бездвижная. Такой четкий останжик. Мне кажется, если бы Спитер мог... А чё, он не слышит, что ли? Он бы прыгнул просто... Нет, конечно. Этаж, короче. И спустился бы к ФСБ. Это ФСБ не делает тоже. Не лезь туда. О, тоже. Сейчас что-то будет. Так они оба, да? Скользят. Бы не гранат, ничего нет, что ли? Да, видимо. Ну, ну. Ах, он спалился. Сейчас Питер задолбал. ФСБ! Так мило общались. Жесть. Ты меня расстроил.